На стадионе «Черноморец» презентовали Суперкубок Украины. Трофей привезли в Одессу после реставрации, которую проводили в Индии, так как в Украине не нашлось квалифицированных мастеров. Вес трофея остался по-прежнему 7 килограммов. Болельщики смогли сфотографироваться с Суперкубком, а некоторым даже удалось к нему прикоснуться. Сама форма очень тяжелая, как бы исполнение ее. Мы в Украине не смогли найти компанию, которая бы смогла бы сделать такую именно форму, поэтому нам помог в этом плане заграничный подрядчик. И в этом году мы провели полную реконструкцию Суперкубка, потому что уже он не молодой довольно-таки, сам трофей. Полностью поменяли покрытие, обновили его, и все элементы, также, которые там накладные, были заменены, обновлены. Ну, я лично болею за «Шахтер», вот, так как я с детства болельщик «Шахтера». Вот, надеюсь, что «Шахтер» победит. Сам матч Суперкубка Украины между киевским «Динамо» и донецким «Шахтером» состоится 21 июля на стадионе «Черноморец». Начало в 9 часов вечера.